Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим полновстраиваемую вытяжку, модель уже с обновленным двигателем 2021 года, GC Dual A75XGBK. Как мы видим, вытяжка у нас выполнена черный кант, большое откидное стекло с сенсорным управлением. Для начала давайте мы рассмотрим габаритные размеры данной вытяжки. Ширина у нас будет идти 792 мм, высота у нас будет идти 277 мм, монтажные размеры у нас идут 754 мм и глубина будет у нас идти 253 мм, высота 300 мм. Сверху мы можем наблюдать отвод 150, мотор BT3, но уже обновленный, улучшенный. Он у нас будет выдавать 1350 метров кубических в час. Представьте себе, 1350. Сейчас мы послушаем данную модель, как она работает и какая у нее тяга. Для начала начнем с первой скорости. Обратите внимание, красиво белым цветом подсвечивается управление. Выбранная скорость светится красным. Первая скорость, вытяжка работает тихо. Вторая скорость, чувствуется, пошел прирост мощности. Третья, вытяжка уже работает очень серьезно. Тяга чувствуется, пошел такой холод. У нас помещение тут уже все на взлет идет. И четвертая скорость, турбо, достигнута максимальная производительность 1350 метров кубических в час. Обратите внимание, как у нас тут все ходуном ходит. Это просто супер. Также вытяжка будет на четвертой скорости работать 5 минут, потом понизится на третью скорость. При запуске таймера автоотключения вытяжка будет работать 5 минут, допустим, на третьей скорости, потом переключится автоматически на вторую. На второй скорости 5 минут отработает и автоматически переключится на первую. И уже отработав 5 минут на первой, полностью отключится. Также в данной модели есть очень интересный свет. Две светодиодных лампы по 3,5 Вт каждая. С функцией регулировки яркости диммируются. Для этого нам надо нажать на индикатор лампочки и удерживать. После чего свет у нас начнет от яркого к тусклому переходить и от тусклого к яркому. Когда надо определенное освещение, просто отпустили, и оно зафиксируется на нужном вам положении. И также у данной модели есть датчик загрязнения жирового фильтра. Вытяжка сама просигнализирует, когда пора менять жироулавливающий фильтр. Либо менять, либо обслужить его, помыть. Смотрите, какая большая панель, какой хороший забор воздуха. Вытяжка подходит у нас на ящик 900 мм. Вот, размеры жироулавливателя у нас будут идти 727 мм на 160 мм. Обратите, хороший большой забор воздуха идет. Защитная пленка голубая, ее после монтажа мы удаляем обязательно. Вот сам мотор, уже обновленная версия мотора BT3 с производительностью в 1350 метров кубических в час. Самое главное, энергопотребление осталось тем же, 280 Вт. Инженеры потрудились на славу, увеличив производительность именно воздушного потока. По изоляции, что хочется сказать, выполнено все качественно, жесткая изоляция, все зафиксировано, все на своих местах, придумывать ничего не надо. Также есть возможность на установке угольных фильтров на данный двигатель, тогда вытяжка сможет у вас работать в режиме рециркуляции. Но все равно я вам рекомендую, в комплекте будут идти два переходника. Один выход 150 мм и в комплекте переходник со 150 на 125 мм. И под данную модель вытяжки рекомендую вам, оставляйте максимально широкий выход короба. 150 в идеале, ну если уже нет возможности, как минимум 125, но в идеале будет 150, чтобы добиться полной производительности вытяжки в 1350 метров кубических в час. Что хочется еще добавить про данную модель, стоят очень качественные клипсы монтажа. Информация полезна сейчас будет для тех, кто занимается установкой вытяжек, монтажом.
Вытяжка ставится буквально 2-3 минуты, а то и меньше. Ящик. Достаточно сделать вам монтажное отверстие под вытяжку и подготовить вытяжку к установке. Для чего нам потребуется шуруповерт, переключаем его в реверс против часовой стрелки и начинаем подготавливать клипсу к монтажу. Как мы видим, она стягивается и ужимается. После чего мы вытяжку вставляем в ящик. Вот, вставили в ящик и начинаем зажимать. Все, как мы видим, все, вытяжка прижалась, клипса прижалась к нижней части ящика и зафиксирована. И также производится очень легкий демонтаж. Достаточно, опять же, против часовой стрелки. Клипса начинает у нас сжиматься. Все, вытяжка у нас демонтирована. Займет это у нас не больше, я думаю, 2-3 минут снять вытяжку. В общем и целом, что хочется сказать про данную модель. Хороший забор воздуха, большая ширина, 75 сантиметров монтажная. Вот эта вот огромная вытяжка обеспечит вам хороший забор воздуха. Производительный двигатель БТ-3 280 Вт, уже улучшенный, с максимальной мощностью 1350 метров кубических в час. Три скорости, плюс турбо, регулируемый свет, таймер автоотключения и датчик загрязнения жирового фильтра. Самое главное, хороший неповторимый дизайн станут хорошими помощниками на вашей кухне. Пользуйтесь техникой бренда Kato.